Сейчас мы вам покажем работу собаки на расстоянии. Голосом, жестами, потом голосом и чисто жестами. Сиди. Хорошо. Лежать. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Стоять. Хорошо. Ко мне. Ко мне. Хорошо. Рядом. Хорошо. На место. Хорошо. Это мы вам показали работу жестами и голосом. Теперь покажем работу чисто голосом. Сиди. Хорошо. Сиди. Хорошо. Лежать. Хорошо. Сиди. Хорошо. Стоять. Хорошо. Ко мне. Хорошо. Ко мне. Хорошо. Рядом. Хорошо. На место. Хорошо. Это мы вам показали работу голосом. Теперь покажем работу жестами. Без голоса. Это работа одними жестами. То есть собака выполнила работу жестами. После этого обязательно похвалим собачку. Это уже надо добиваться самому хозяину. Похвалим собачку и отпустим командой гулять. Хорошо. Хорошо. Сидеть.